Весь мир вспоминает юных героев-антифашистов. Только в Беларуси Великая Отечественная война забрала жизни более 500 000 детей, а многих оставила сиротами. Ко дню памяти в Минске прошел торжественный прием. В ряды пионеров вступили десятки столичных школьников. Во время торжества было подписано соглашение о сотрудничестве между пионерской организацией Беларуси и музеем Великой Отечественной войны. Отныне молодые люди смогут наглядно и более детально изучать историю и узнавать о подвигах настоящих героев.